Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы будем делать вот такого зайчика в технике модульные оригами. Зайчик-мальчик в шортиках, в красной кепочке. Сделал он из модулей размером 1/16. Смотрите сзади. Кепочка, шортики. Очень люблю оригами собирать фигурки. Давайте начнем делать такого зайчика. Для работы нам понадобится модули размером 1/16. Белых модулей понадобится 458 штук. Фиолетовые 124 штуки. Красные 51 штука. И синие 87 штук. Давайте начнем. Берем белые модули. Два берем белых модуля. Вставляем друг к другу вот так, таким образом. Длинная сторона. Следующий модуль вставляем второй ряд короткой стороной. Вот так вот вздеваем кармашки. Снова подставляем первый ряд модуль. Второй ряд вставляем короткой стороной. Вот этой стороной, вот так короткой. Таким образом, видите, первый ряд у нас 3 модуля, второй ряд 2 модуля. Продолжаем. Также подставляем к первому ряду модуль. Второй ряд, короткая сторона. Сдеваем. Сразу делаем третий ряд, чтобы наша конструкция крепко держалась, не распалась. Также короткая сторона. В кармашки вставляем. Это третий ряд. Так. Продолжаем. Берем один модуль, первый ряд длинной стороной. Подставляем первый ряд. Так. Второй ряд вставляем короткой стороной. И сразу третий ряд. Тоже короткая сторона. Вот так должно получиться. Первый ряд, видите, второй ряд и третий ряд. Так продолжаем до тех пор, пока в первом ряду не будет 26 модулей. Вот так получилось. Три ряда, видите? В первом ряду 26 модулей. Теперь мы это все сгибаем вот так вот, соединяем в круг. Первый ряд у нас уже 26 модулей. Теперь мы вставляем один модуль второго ряда короткой стороной. Вот соединяем вот эти вот два. Кармашек засовываем. Вот. Второй ряд у нас тоже готов. В втором ряду 26 модулей. Теперь нужно нам третий ряд сделать. Третьим ряд вставляем также. Короткой стороной соединяем. Один модуль и еще вот второй модуль. Вот. Так у нас получилось. Видите, как должно получиться? Вот так. Поправимся. Теперь нам нужно всю эту конструкцию выгнуть. Раньше у меня не получалось это делать. А теперь мне это очень нравится. Я всегда вот делаю, чтобы было дно. Вот так просто берем и вот так вот выгибаем. Не боимся. Вот так. Раз. Видите, получается донышко. Теперь это вот донышко, вот этот ряд, будем считать нулевым. Начнем отсчет вот отсюда. Вот это у нас нулевой ряд, и два ряда у нас готовых получились. Видите, длинная сторона. Снаружи длинная сторона, а это донышко. Нулевой ряд. В каждом ряду у нас 26 модулей. Теперь делаем третий ряд. Два ряда, значит, мы сделали. Нулевой, первый, второй,
Делаем третий. Третий ряд. Тоже белые модули вставляем. Длинная сторона. Весь ряд. 26 модулей должно быть. Так, просто держим. Вставляем. По кругу 26 модулей. Три ряда готовы. Четвертый ряд. Синие модули. Пятый ряд делается так. Сначала вставляем 6 фиолетовых модулей. Вставляем. Теперь каждый 13-й модуль должен быть синим в этом ряду. То есть один фиолетовый убираем. На это место одеваем синий модуль. И далее. Через 12 фиолетовых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, вставляем, также этот убираем, фиолетовый, и на это место вставляем синий модуль. Вот так должно получиться. Синий напротив синего должен быть. Следующий ряд, 6-й ряд у нас следующий. Синий вставляем в синий. Таким образом, смотрите, прямо синий в синий, вот так. И с этой стороны также синий вставляем в синий. Остальные фиолетовые. Вот так должно быть. Видите, смотрите, следите. Смотрите, как должно получиться. Фиолетовых у нас в этом ряду 22 модуля и 2 синих модуля. Следующий ряд. 7-й. Синие вставляем также в синие. Фиолетовые далее идут. Смотрите внимательно. И вот здесь тоже вздеваем вот эти. С этой стороны тоже. И вот здесь вот. Вот эти вот так тоже мы вставляем. Продолжаем так. Вот этот ряд я закончила. В этом ряду у нас всего 26 модулей. 24 фиолетовых и 2 синих. Это у нас 7-й был ряд. 8-й и 9-й ряд у нас фиолетовые модули. В каждом ряду 26 модулей. Так должно получиться. Десятый ряд. Синие модули. Вот. Так должно получиться. 10 рядов готовы. 11-й ряд. Берем белые модули, вставляем вот напротив, вот где синие, вот у нас вот эта полоска синий, напротив вставляем 3 белых модуля. 1, 2, 3. А с обеих сторон по одному синему. Так.
А с другой стороны, вот тоже напротив этой полоски, вставляем 5 синих. Вот 5 синих. Остальное все заполняем белыми модулями. Вот так. 12-й ряд. С той стороны, где у нас вот 3 белых, вставляем 4 белых модуля. Вот так вот. 4 белых модуля. И по обе стороны по одному синему вставляем. Так. А с другой стороны, где вот у нас 5 синих, вот здесь, где 5 синих, вставляем 4 белых модуля. Вот так. 4 белых. И по обе стороны по одному синему. Вот так. Остальное все заполняем белыми модулями. Весь ряд. Вот что получилось. Теперь делаем 13-й ряд. Вот где у нас вот это у нас вот будут плечи. Вот это вот, где вот много вот белых. Вот с этой сторонки, вот с этой. Это у нас значит плечи. Вот где плечи, мы вставляем 8 синих. Но вставляем мы их короткой стороной. Вот таким образом обратной стороной вставляем. Вот, вставили 8 модулей синих короткой стороной. Дальше, вот здесь, где у нас 4 белых, мы вставляем 5 белых. Также короткой стороной. Весь ряд у нас короткая сторона. 5, 1, 2, 3. 4 и 5. Далее у нас идет снова 8 синих и 5 белых. Делаем 14-й ряд. В 14-м ряду у нас белые модули. Длинной стороной будем вставлять этот ряд. В этом ряду нам надо модули увеличить. Должно быть в ряду 31 модуль. Увеличиваем каждый 5-й модуль. Начинаем увеличивать вот где у нас вот 3 белых. С этой стороны у нас 4 белых. Это спинка. А это грудка. Вот где вот здесь вот 3 белых. Вот с этой стороны начинаем увеличивать. Вставляем сначала длинная, видите, сторона. 4 белых модуля сначала вставляем. Белых. Теперь увеличиваем, то есть увеличиваем вот не на 2 не вставляем, а вот в один кармашек вот так
один модуль в один кармашек. И здесь тоже вот в один кармашек, вот так один модуль. Увеличиваем так. Далее снова 4 вставляем модуля. Каждый пятый будем увеличивать. И снова увеличиваем. Следите внимательно. Так. И так далее. Вот 14 ряд я сделала. В ряду 31 модуль. Еще нужно сделать 5 таких рядов из белых модулей, чтобы было всего 19 рядов. Теперь делаем кепку. Напротив грудки, вот здесь у нас грудка, вот где вот этих 3 белых модуля, вставляем 4 красных модуля. Старайтесь сделать, чтобы было точно напротив. Вот так. Смотрите. Точно-точно напротив. Так, 4 красных, остальные белые модули. Двадцать первый ряд. 5 красных. Остальные будут белые модули. Делаем 22 ряд. В 22 ряду у нас 18 красных. Смотрите, как это делается. Вставляем вот здесь напротив красных 6 красных сначала модулей. Вот 6 красных вставила. И теперь с каждой вот с этой стороны и с этой стороны по 6 красных модулей вставляем. И с этой сторонки 6 красных. Остальные белые модули. Делаем 23 ряд. В 23 ряду красные модули нам надо уменьшить, чтобы было их 12 модулей. В один модуль вставляем сразу 3 уголка. Вот 12 красных модулей. Теперь с этой стороны нужно вставить 4 белых модуля. Смотрите внимательно. Вот так. И с другой стороны тоже надо вставить 4 белых модуля. Это у нас будут ушки. Так.
Между ушками вот три белых модуля, мы их вынимаем. На это место вставляем три красных модуля. Теперь из этих красных трех модулей нам нужно сделать два красных модуля. То есть также вставляем три уголка в один модуль. Так должно получиться. Двадцать четвертый ряд. Вставляем красные модули вот здесь через один. Смотрите, через один модуль. Должно быть 6 красных. Один. Один пропускаем. Два. Три. Четыре. Пять. И 6. Вот так. И с обратной стороны, где у нас два красных модуля, вставляем один красный модуль. И вот так вот их вот, как соединяем, как бы вот так наклоняем, что спереди красные модули. Так немножко. Вот так. Видите? А это у нас будут ушки. Займемся ушками. Теперь делаем ушки. Ушки можно сделать любой длины, какой вам захочется. Вот 4 модуля у нас здесь белых. Я вставляю, чтобы было 5. Вот крайние вот эти вот тоже так вставляю. 5 должно быть модулей. 1. 2. 3. 4. И 5. Следующий ряд. 4 белых модуля. Снова 5. Теперь 4. Можно еще. Здесь 3 модуля. Я думаю, хватит, достаточно. Посмотрим. Такие ушки. И с другой стороны также. Вот ушки готовы. Такой зайчик. Можно было, может, и подлиннее ушки сделать. Я издалека покажу. Вот так. Все-таки я еще добавила вот здесь по 2 модуля на каждое ушко. Показалось мне короткие ушки, сделала подлиннее. По 2 модуля добавила. Теперь нужно сделать лапки. Беру белый модуль.
Сразу же я буду клеем ПВА капнуть, чтобы лапки держались хорошо. Вставляю синий модуль. И сюда еще белый модуль. Такие лапки получились. Теперь нужно их определить место и приклеить. Я приклеила лапки, глазки и носик. С помощью клея ПВА лапки приклеила, а носик и глазки при помощи клея гель момент вот такой прозрачный. Вот такой зайчик получился. Всем пока! Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Любите оригами так, как люблю его я. И не забывайте работать только с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится.